какую страну я загадал. Первая подсказка. У этой страны 6 часовых поясов. Если отгадаешь с первой подсказки, получишь 10 баллов, со второй 9 баллов и так далее. Вторая подсказка. У этой страны самая длинная береговая линия. Третья подсказка. Эта страна принимала Олимпийские игры 2010 года. Не может быть, чтобы ты уже угадал. Если отгадал, то подпишись, чтобы не пропустить новые видео. Четвертая подсказка. Население этой страны около 39 миллионов. Сохрани это видео, чтобы получить бесплатный шанс на вторую попытку. Пятая подсказка. Национальное животное – бобр. Шестая подсказка. Вторая по холодности – столица в мире. Если ты до сих пор не угадал, то сейчас станет легче. Седьмая подсказка. Больше всего озер в мире. Восьмая подсказка. Один из ее официальных языков – французский. Если ты уже отгадал, то отправь это видео другу и проверь, как быстро отгадает он. Девятая подсказка. Флаг с кленовым листом. Ну и последняя, десятая подсказка. Это вторая по размерам страна в мире. Как ты уже догадался, это страна Канада.